Меньше за месяц тому тут проходили спаборницы по пожарно-бортовальном спорте помеж командами Гомельской, Брянской и Черниговской областей. И вот теперь сюда снова приезжают мощнейшие спортсмены. На протягу 2 дней на базе лицея при Гомельском инженерном институте Министерства по надзвичайных ситуациях свое мастерство демонстрировали претенденты на Кубок Беларуси. Спаборницы такого уровня тут принимают не у першиню, а тому и организация отповедная. В 2009 году вот эта база была построена и сдана весной в эксплуатацию. Летом к нам на сборы приехала сборная команда Республики Беларусь по пожарному спорту. Они готовились к чемпионату мира. Значит, потренировались. Очень им понравилась сама база, само покрытие дорожек. Значит, и они предложили, и в календарь соревнований на следующий год было внесено проведение Кубка Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту в лицее. У судейском протоколе 9 команд от кожной области и города Минска, а так само столичного командно-инженерного и Гомельского инженерного института Министерства по надзвичайных ситуациях. Лепших вызначают по выниках 2 видов спаборницу. Это переодоливание 100-метровой полосы с перешкодами и подъем по штормовой лестнице. Выники вельми отрозниваются. Нехто и до первого разраду не наближается, нехто литерально одним кроку от сусветного рекорда. Подъем по штормовой лестнице, бодай самый видовищный вид спорту. Спочатку необходимо пробегти 30 метров, а потом трапить на 4-й поверх. Сусветный рекорд каля 13 секунд. Сегодня сборная Беларуси – один из лидеров у сусветном пожарно-вартовальном спорте. Кубок Беларуси для ведущих айчинных спортсменов – один из этапов подрыхтовки до спаборницов больше высокого уровня. Гомельчанин Владимир Стральченя завершая уздым по штурмовой лестнице с выником 13.09. До сусветного рекорда не хапая 1,3 секунд. Але на этом кубку – лепший выник. Все элементы очень техничные и достаточно сложные. Неподготовленный спортсмен не выполнит все элементы так нужно и не покажет высокие секунды, потому что не только технически нужно быть готовым, но и физически. Спаборництво на Кубок Беларуси 2015 по пожарно-вартовальном спорте завершено. Гоноровый приз у команды Гродненской области. Гомельчане на этот раз только 5-е. Олег Сентюров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».